Здравствуйте, друзья. У нас много маленьких таких незаметненьких событий. Вот событие одно, мне подарили вот такого мишку, он с Урала. И на камне, называется камень селенит. К сожалению, вам может быть не видно, вот он прозрачный насквозь. И тут у нас вот много марокканского селенита, он такой совершенно как стекло. Такой. А этот желтенький, я такого у меня еще нет, у меня большая коллекция камней, кстати, минералов, но вот такой подарочек нам с Урала. А дальше у нас вот подарочек, вот покажите нам, Анна Леонидовна покажет. Это малиновое винцо, Каса ди Фрута, это такое как бы мексиканское заведение с большим количеством отделений. Это некоторый бренд такой, малиновое винцо. Это, друзья, обычный инструмент для, ну, знаете как, открывания, значит, бутылочек такой американский, ленивый, вот как автомобиль с автоматической коробкой передач, вот так, собственно, эта штука. Вот я просто надеваю на пробочку надеваю, и вот просто вот нажимаю кнопочку, вот, и держу. Вот, видите, он сейчас, может быть, вы видите, вниз идет. Давай. Все. А, смотрите как. Фокус. Да, а теперь, если я кнопочку нажму, он ее выкинет оттуда. Вот. Ну, немножко, может, там повредилось. Я просто немножко расшевелил, когда так вот руками, и она стала работать хорошо. Малиновое венцо. Сейчас. Я заготовил для вас специально стаканчик. Вот. Просто чтобы вы так на цвет. Вот. Просто чтобы вы чувствовали. Вот цвет. Цвет. Да. Значит, перед тем, как я, значит, немножко приобщусь к этому делу. Вот я про минералы вам говорил. Видите, какое красивое у меня яичко. Такое красивое, каменное. У меня есть шалфей. Друзья, я от шалфея, это хоумлессы, бездомные, собирают там в кустах возле побережья. Значит, берется шалфей немножко, смотрите, так вот я кладу себе на ладошку вот сюда, вот так, раз, вот так на ладошку. И так я их тут немножко пожмакаю, так вот это, вот так вот, чтобы они уже там в порошочек такой, табачок, вот. О, как пахнет, видите? Эфирные масла, друзья. Вроде и не съел ничего, а запах такой. Короче, с малиновым, так сказать, венцом. Я так чисто вам для аппетита, сами видите. Ягодная. Занюхиваем. Это неповторимый букет. Хочется повторить. Но, друзья, мы на работе, у нас чисто демонстрационное такое, а то сейчас можно надемонстрироваться, уже работать не сможешь. На этом мы демонстрацию, значит, заканчиваем. Желаю вам, друзья, приятных демонстраций, в мирном плане, мирных демонстраций и хорошего настроения.